Приветствую вас, друзья! Сегодня будет техническое видео про установку японского автозапуска Юпитер модель VE-E030H на Honda N-Wagon. Вот такой вот комплектик ко мне подошел из Японии, купленный на аукционе Yahoo. Все вставляется в штатные фишки блока предохранителей. Никаких проблем и заморочек с этим не должно быть. Эту процедуру я уже производил на черной машине. Подробно сделал фотоотчет с фотографиями, со схемами подключения, с инструкциями на страницах своего сайта. Ссылочку я оставлю в описании. Если кому интересно, заходите, посмотрите, почитайте. Сегодня же буду устанавливать на серую машину. Для этого надо будет немного разобрать пластик, чтобы добраться до блока предохранителей. Собственно, сейчас этим и займусь. Самое интересное, что сейчас середина декабря, а на улице плюс 2 градуса. Это на самом деле очень радует меня, потому что можно довольно-таки без проблем все поразбирать, ничего не сломать. Ну и довольно-таки комфортно себя чувствуешь на улице. Так, снимаем вот эту панель. На клипсах она вся, отщелкиваем. Собственно, вот он, наш блок предохранителей. Сейчас подключаем все фишки от кнопок. И надо будет нам снять полностью блок предохранителя, сюда вытащить и произвести необходимые подключения. Снимаем вот эту нижнюю накладку, по бокам две клипсы, и она просто вытаскивается сюда. Отключаем провод с прикуривателя. Это необходимо сделать для того, чтобы здесь подобраться к... А где они? Вот они, саморезы, которые держат пластик под рулем. Сейчас я его выкручу и сниму полностью этот пластик. Тоже тут на клипсе держится. Вот, собственно, получается, здесь провода надо отключить от подсветки. И все, он целиком он снялся. Собственно, вот он, блок предохранителя, который мне нужен. Сейчас его откручу сюда и вытащу. Но для удобства надо снять вот этот пластик. Чтобы снять этот пластик, надо снять вот этот пластик воздуховода. Чтобы его снять, надо снять рамку спидометра. А чтобы снять рамку спидометра, соответственно, надо снять вот эту рамку магнитолы. То есть одно за другое все цепляется. Конечно, можно обойтись и так, но будет не очень удобно. Сейчас все быстренько разберу и продолжим. Блок предохранителей крепится вот на двух болтах. Один. Здесь вот второй. Сейчас я его сниму. Так, это рылюшки в сторону, чтобы не мешались. И буду выкручивать. Так, один. Здесь второй. Вот они, два болта. Все, блок предохранителей у нас теперь держится только на защелке. Берем отверточку подлиннее. Вот она, защелка. Видно ее, нет. Надо отщелкнуть и вытащить блок сюда наружу. Вот я вытащил блок.
В принципе, этого достаточно, чтобы можно было отключить фишки и вставить фишки от автозапуска. Так, аккуратненько тут, чтобы ничего не сломать, не порвать. В принципе, все нормально. Отщелкнул рамку магнитолы. Теперь снимаю вот этот щиток спидометра. Теперь вытаскиваю воздуховода. Так, что? Не идет. Вот так вот. Что-то отлетело. Так, вот один саморез. И вот второй, соответственно, саморез. Сейчас все это выкручиваю и снимаю. Так, и так. Здесь фишка подсветки. Сейчас отключу. И фишка кнопки. Так, ну вот эту снял. Собственно, вот у меня довольно-таки большой простор для действий. Так, а здесь что? Какой-то провод оборван у меня. Вот это интересно. Что бы это могло значить? Ага. Ладно, этим разберусь попозже. Ну, в соответствии с инструкцией подключаем все фишки в блок предохранителей. Тут, в принципе, ошибиться очень сложно. Каждая фишка встает в свое место. Подключаем провода, устанавливаем сам блок автозапуска, закрепляем его там надежно. И обучаем этот блок и тестируем, все ли работает. Ну вот, все подключил, блок установил, собрал. Сейчас надо вот решить вопрос с этим оборванным проводком. Вот такая штучка есть на Алиэкспрессе. Сейчас я включу фен. Она устанавливается вот так вот. И запаяю. Засовывайся. Вот так вот установил и... Происходит пайка. Все там вот расплавилось. Какой-то металл. Все, и провода запаялись. И заодно происходит герметизация. Все, собираю сейчас пластик и пробую заводить. После сборки теперь можно провести и тестирование. Вернее, сначала надо обучить блок автозапуска. Все работы производил с отключенной АКБ. Сейчас подключил ее. И у некоторых может возникнуть вопрос, когда при отключении АКБ магнитола попросит код, ввести код. Если такая ситуация у вас случилась, то я оставлю ссылку в описании, как получить этот код. Но сейчас не об этом. Если вы слышите, идет небольшой писк от блока автозапуска. Вот такой зуммер. Это говорит о том, что блок
готов к обучению. Чтобы его обучить, включаем зажигание. И переводим селектор КПП, ну, в любое положение. Давайте вот я перевел его в нейтралочку. И ставим на парковку. Тем самым мы говорим блоку, в каком положении находится парковка. Все, блок перестал пищать. Он обучился. Теперь можно попробовать проверить, работает ли брелок или нет. Нажимаем два раза кнопку Engine. Происходит вот чек. Температура плюс 3 градуса. Время работы автозапуска 10 минут. Это такие базовые установки. Плюс 3 – это температура сейчас в салоне. Середина декабря месяца. На улице плюс 3. Грязно все. И не очень как бы хорошо. Так, ну что? Попробуем завести дистанционно. Закрываю машину. Нажимаю кнопку Engine и Start. И смотрим. Все, великолепно, машина завелась. Сейчас придет сигнал обратной связи. Вот. Чтобы продлить работу еще на 10 минут, нажимаем снова Engine и снова Start. Еще плюс 10 минут добавилось. Все, открываем машину. Как вы могли бы заметить, зеркала у меня не складываются и не раскладываются, когда закрываешь, открываешь машину. Хотя кнопки, с помощью которой это можно отключить, на этой машине нет. А как это сделать, я вам расскажу в следующих своих видео. Но сейчас не об этом. То есть машина у нас все заведенная, зуммер пикает, так и должно быть. Нажимаем педаль тормоза. Соответственно, машина глохнет. Так и должно быть. Это штатная такая функция. Теперь просто заводим машину. Все. И можем ехать, в принципе. На этом установку и подключение японского автозапуска Юпитер я считаю законченным. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу автозапуска, пишите. По возможности смогу вам на них ответить. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, заходите на мой сайт nvgn.ru, я регулярно обновляю там информацию. А на этом всем удачи и пока!